В Ленинском городском округе продолжается масштабная вакцинация против гриппа. На днях прививочный день прошел в Видновском художественно-техническом лицее. Списки ребят, которые желают вакцинироваться от гриппа, собирались заранее. Прививки делали исключительно по согласию родителей. В отличие от предыдущих лет, в этом году препарат от гриппа используется более мощный, защищает лучше. Возраста разные абсолютно, то есть начиная с 7 лет и заканчивая 18. Но сегодня мы набрали около 70 согласий. Будут еще согласия, то есть доносят, потому что некоторые дети болели после болезни, мы тоже ждем, когда они выздоровеют, чтобы потом уже сделать. Делают включительно по декабрь, потом уже прекращают делать. Но мы делаем это обычно раньше, сентябрь-октябрь месяц, вот так. Процесс быстрый. Сначала детей осматривает медсестра, измеряет температуру, осматривает горло, слушает легкие. Затем ребята проходят в процедурный кабинет, где им ставят вакцину от гриппа. Девчонка, вперед вас даже, мальчишки. Это прям нечто. Больно? Ну, не очень. Терпимо? Да. Это эффективно с точки зрения профилактики гриппа, также и ОРВИ. Вот. И многие, кто прививаются, болеют гораздо реже, либо же не болеют вовсе. Есть иногда, конечно, случаи гриппа случаются, но переносит намного легче. Грипп в такой классической вариации, он очень тяжело переносится и дает последствия на органы. Напомним, что делать прививку от гриппа врачи рекомендуют людям всех возрастов. В нынешней эпидемиологической обстановке это станет надежной защитой иммунитета.